Когда я вырасту, этот крутой смартфон станет моим. По праву старшего брата, сначала моим. Что ж, ребят, всем привет, с вами Гара, вы смотрите Far Cry Primal. Сегодня игра вышла на консолях, на PlayStation 4 и Xbox One. Поэтому мы спешим вам ее показать. Да, у нас был предрелизный показ, где я немножко поиграл. Ну вот, сегодня релиз у нее. Сегодня мы вам ее покажем, постараемся поактивнее. Вначале это была реклама Твича. Я не знаю, как уже приспособиться, чтобы отключать эту долбанную твичевскую рекламу. Но в ней звук постоянно слышен. Такая вот она злобная. И да, всем привет еще раз. Я обойдусь без подключения Ubisoft Club. И начнем с хозяина зверей. Тинсай, такар спакуй, пача даджай. Гварбити буха даджай. Исследуйте Урус в поисках мест, где можно установить тотемы, чтобы отблагодарить духов за то, что вы все еще живы. Честно, ребят, я поизучал информацию про Far Cry Primal. Да, привет. И не могу сказать, что сильно впечатлился этой игрой. Ну вот как-то она меня не зацепила. То есть все-таки я склонен согласиться с вами. Far Cry без оружия, без автомата Калашникова, это какой-то не такой Far Cry. Не знаю, что-то меня вот не улыбает с луками и копьями бегать. Возможно, в этом есть, конечно, какой-то свой кайф и фан. Но мне больше нравилось с луком из Моровинда бегать, а не вот с этой вот деревянной палкой. Хотя, конечно, пейзажи и вообще в целом игра выглядит просто на 10 баллов из 10. Но, господи. Хотя я слышал, тоже стрим Грома не смотрел, там ребята говорили, что деревья какие-то из 2003 года. Видимо, я менее искушенный потребитель, потому что играю в основном в ММО игры. Но, господи. По мне, так графика нормальная, и с подобной графикой можно было бы зафигачить просто, ну, мега-игру. Хотя я так говорю, опять-таки, на мое неискушенное... Не-не, неизвестная территория. Окей. Так, у нас, собственно, несколько заданий. В принципе, есть вариант. Давайте поговорим с Селой. Да, уже насчет игры постебались. 10 сов из 10. Ну, не знаю. А как вам, ребят? Как вам? Хижина Сейлы. Шкура оленя нужна, чтобы улучшить хижину Сейлы. Награда за уровень хижины Сейлы. Это навыки собирательства, рецепты мастерской запаха, повелителя огня и ускоритель. Дополнительные предметы в тайнике каждый день. И 1500 опыта. Окей. Я, наверное, предпочту все-таки сосредоточиться на пещере чувака-укротителя зверей. Шраш, шраш, бау шаугас, винджа ису диджам. Ма сам квай дауса. А, дайва дамши. А крапи шаю кваяка. Твою мать.
Far Cry Primal. А вот почему-то в описании не изменилось. Да нет, все вроде изменилось. Отстраивайте деревню. Угу. Очень интересное занятие, честно. Ну давайте построим навыки шамана. Все дела. Построим ему хижину. Бальсаю! 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 Смаркака! Конечно, это прикольно то, что Ubisoft решила вообще поэкспериментировать на тему того, а можно ли нам зафигачить Far Cry в первобытном сеттинге, но... Окей, они попробовали. Я не знаю, эксперимент можно признать удачным только в том плане, что... Да, они могут это сделать, но это будет какой-то херовый Far Cry. Far Cry без сумасшедших персонажей также во многом теряет большую, так скажем, долю с интересности и своего обаяния. Ну, на мой субъективный, опять-таки, взгляд. Хотя, возможно, вы считаете не так. Вот именно, что колоритных персонажей типа Васа или того сумасшедшего товарищи из Far Cry 4 тут нет. Просто нет. И все. Во всяком случае, мы таких пока не обнаружили. А это уже говорит о многом. То есть, поиграли-то мы достаточно немало. Часок уже от игры как бы прошел, если даже не больше. И ничего такого не наблюдается. Давайте посмотрим навыки. Собственно, навыки шамана, да, вот там открылись. Приручение кошачек. Требуется одно очко. Давайте изучим. Ну, конечно, вот сова может бросать бомбы с пчелами и заниматься прочей наркоманией. Ну, господи. Показать растения, открытие земель. Так, я хотел оленя, на оленя поохотиться. Ну, в общем-то, упорно показывает, что олень находится здесь, хотя я их здесь не вижу. Far Cry плюс арк — это клево, хотя лишь бы сюжет был интересный. Но вот проблема в том, что сюжет здесь не подвезли. Он какой-то есть, но какой-то он, знаете, из пальца высосанный. И так, и ощущение, как будто вымученный. Ну, чтобы просто был, блин. Вас это было охрененно, это было божественно, это было гениально. Вас делал игру. Здесь он... Я не вижу здесь персонажа, который мог бы сделать игру. Да и вообще странно как-то, да, вот все эти... Первобытность и так далее, то... Как обыграть в этом сеттинге что-то интересное, я даже не представляю. О! Какую-то собачку бегает. Хотел ее приманить. Айгуар, там наш маг. Нет, она не пойдет. Не хочет она идти за тухлым мясом. Она ведь явно какая-то уникальная. Черная собака. Не, ну понятно, чем здесь, конечно, разработчики планируют завлечь игрока. Да, это прикольным внешним видом. Хотя антураж тоже, вот вопрос, а как он тут будет меняться?
никаких городских построек и так далее мы здесь вряд ли не увидим. То есть всякие городские постройки. Это опять-таки логично, да, первобытность, все дела. То есть вот эти вот леса мы будем наблюдать по ходу все время игры. И еще один такой немаловажный момент. Что в плане оружия? То есть все эти дубинки, копии, они тоже мало будут меняться. Это винджа. Ну да, вот. Странно несколько. По сути, все, что любит Far Cry, в этой игре этого нет. Не, отчасти есть там крафт, вот это вот какой-то своеобразный сбор ресурсов, беготня по этой псевдо-открытой карте. Ну и что? Игрок должен тут, как я понимаю, проникнуться духом, отстраивать вот эти вот хижины, охотиться на зверей, приручать кошачьих и заниматься прочим непотребством. Но вот я не знаю, может я старый пердун, но мне этим вообще не, абсолютно неохота заниматься. Мне сложно представить себе человека, который этим будет заниматься с большущим интересом. Вот вы мне скажите, вы бы стали этим заниматься? Привет, привет. Да я тут высказываю свое мнение по поводу Far Cry. И, ну, наверное, несколько отличается от других восторженных возгласов. Персональный ПК, оно выйдет в марте. Собачка воюет с медведем. Собачку мы, конечно, можем восстановить. Дело такое нехитрое. Не. Графони нормальный. Графони вообще не вызывает никаких нареканий. То есть меня лично. Мне игра выглядит. По мне игра выглядит очень здраво и добротно. Но. Так, можно изготовить. А, в чем проблема? Все изготовил. О, винджа. Точнее, не винджа. Как раз таки с точностью наоборот.
лесу. Аншарта. Гвашта. Собака строит хижину, где-то я это видел. Ну вы в этом плане абсолютно правы. Мне поэтому, например, Fallout новый не понравился абсолютно. То есть я как увидел все эти постройки хижин и прочих мутатень, мне прям резко расхотелось в него играть. Но я понял, что мне неинтересно этим заниматься. Какой-то сюжет там, ну и так далее, обыгрывание своего персонажа, как в Фоле втором. То есть, меня в Фоле втором не заставляли строить себе город. Во втором Фоле я изучал имеющийся мир. А там имеющийся мир в четвертом Фоле вообще изучать было неинтересно. И у меня, кстати, складывается ощущение, что здесь аналогичная проблема. Ой, черт. Это был наш чувак. Прости, мужик. Это было случайно. Оттащим тело. Это они сделали. Так-то. В теории игроку должно быть дико интересно шариться по этим зарослям и убивать олененок, оленят, собирая дико нужное мясо. Но это, блин, это реально скучно. Это тупо скучно. Куча побочных заданий тут есть. Чё? Давайте откроем кострище каменной стражи. Нет, волос как ведьмаке тут нет. Да, вот. Пожалуй, да, в этом плане. Вообще копье свое улучшил первым делом.
основное боевое оружие. Вблизи можно по кумполу выдать. И метнуть, если чё. Хай, Гуар, дам наш магам. Это волк какой. Нет, я не прошел ни один Far Cry. Я не являюсь фанатом серии. Ну, я, наверное, привередливый, но вот эта анимация удара копьем, это забей. Привет из 2000-х. Она в Скайриме лучше выглядела. Обожаю копья. Мощные, убойные. Ну, за час игры не то, чтобы надоело, не надоело. Все-таки надо посмотреть, что дальше будет. И вам показать, господа. Поделиться своими впечатлениями к тому же стоит. Все-таки я играю, а вы смотрите. Так что у меня, наверное, чуть более полные впечатления, как бы они то ни было. Ну-ка я вот почему называю подобные миры псевдооткрытыми? Потому что я вижу пологий склон достаточно, а мой гребаный персонаж по нему забраться не в состоянии. И у меня сразу все ощущение какой-то псевдооткрытости, потому что меня направляют по определенным путям. Бейте захватчиков и спасите пленных. Да, мужику не повезло. Ну, сайд-квесты, которые встречаются в открытом мире, в принципе, в основном таким образом и выглядят. Тихо, тихо. Ну, кушай! Киса, 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 киса. Киса. Киса, киса, киса. Тихо, киса, тихо, киса. Хорошая Мася. Ягуар приручен. Все, приласкаем ягуарчик. Хорошая Мася. Так, Масю мы раздобыли, уже неплохо. Ну, я говорю, видите, большое количество экспо дали именно за приручение зверя. То есть, ну, по мнению разработчиков, именно этим и должны игроки тут заниматься. Приручать различных животин. О, пещерный лев. Ну, то есть, соответственно, можно, наверное, пещерного льва приручить. Давайте посмотрим, что Масси умеет. Сила 2, скорость дофига, скрытность еще выше. О, пещерный лев, а есть редкий черный лев.
Да, это не игра тупая, это стример туповат, конечно. Нет, мастер ревновать не будет. Хоть какую игру мы нормально засирали. Эх. Аванпосты. Аванпосты охраняли лагеря, бла-бла-бла. Достаточно жестоко. Ребята, это сама концепция игры первобытной. Но она... Сеттинг самих первобытных вот этих вот замесов, он достаточно беден. То есть ничего прикольного в этом плане... Прикольно в этом плане вообще тяжело создать, потому что очень сильно ограничены разработчики. Хочешь не хочешь. Ах ты, ну проща есть. Кошатинка разобралась. Бабку хлен бери, а не убивай, хорошо. Аванпост мы захватили, тайник добавили новые ресурсы. Красавище. Копье свое забрать. Короче, как вы поняли, я Far Cry Primal не впечатлен. Ни разу. Но кое-что новенькое интересное подвезли с другой стороны. Чем я впечатлен заранее, так скажем, да? Это переиздание Heavy Rain на PlayStation 4. Ну просто с вашего позволения зайду, похвастаюсь. Beyond Souls, собственно, да, и где-то тут и Heavy Rain. Собственно, вот в эти две игры я смогу вам показать 29 числа, когда спадет эмбарго. Я не знаю, когда они выходят на PlayStation 4. Но эмбарго спадает 29 числа, и я смогу вам показать. Абсолютно верно. Я ничего со сложности не менял, ребят, не мудрил.
играю, как было, как бы изначально, поэтому не обессудьте. Так, я хочу до этого костра добраться. Ну да, там в отличие от Final Fantasy 7, графику и так далее, ничего менять вроде не будет, Heavy Rain. Они просто пересдают игру на PS4. У нас стрим будет 29 числа. Heavy Rain или Beyond Souls показывать, я не знаю, наверное, Heavy Rain будем показывать. Подстарее чуть-чуть, вы уже, наверное, успели позабыть, что это такое. Beyond Souls, хотя тоже уже далеко не новая игра, но мне она не понравилась. Она реально провал Quantic Dream была. Меня не так сильно цепануло. А вот Heavy Rain это да. Это шедевр. С этим даже глупо спорить. Ну, харда и так далее, чтобы это превратить в какое-то, знаете, выживание с поисками еды и так далее, как это в Расте или в Арке. Тут, ребята, и близко этого ничего нету. Это обычный такой шутан, только с копьем. То есть, ну, здесь нет никаких элементов выживания, честно вам скажу. Ну, и глупо было предполагать, что они тут есть. Far Cry не был хардкорной игрой никогда. Скорее развлекаловка такая, аттракцион. Слушайте, если вы говорите, что мало отличий от предыдущих частей, то господи, а за что ее... Он столь любим был игроками-то тогда. Наверное, все же за вот этих харизматичных персонажей. Мясо есть, ешь мясо! Я черного ягуара нашел. Черт, хотел его приручить, а он не захотел приручаться. Отлично, иди заново. Привет всем. А кто за Гоха Медией скрывается? Личико покажи, Гичтай. Грибы собирать нет, нельзя. Да, воспользоваться руками для подъема, это за гранью. Или вот. Шатенько. Элиот, а вот как тебе игра? Иди нафиг, кошка.
что ты думаешь? Действительно, зачем есть килограмм мяса, когда тут 100 бегает? Так, киса, тихо. Хотим приручить черного ягуара. Тупые собаки. Автонаводка есть. Я уже приловчился. Где костер? Да, он пачку смотрел. Очень прикольная вещь. Ура, ура, теперь мы сюда можем перемещаться. Это фантастика. Тапик говорит сюжетом, все хорошо. Господи, а куда нам идти-то, чтобы было хорошо? Все, непреодолимая преграда. Не, ребята, я, может, что-то пропустил, а где сюжет? Вид же хороший, урс плохой, как бы все понятно. О, мамонт. Давайте на мамонта охотиться.
как-то охота не задалась. Да не, нормально. Но много мяса. Пещера Шаи. Сайт-квесты. Ладно, давайте вернемся в нашу деревню. Да скиля вытащи. Все на нем родном. Тростник, блин. Пойдем тростник наберем. Я тростник потратил просто на дом для шамана. Сейчас где-нибудь тут наберем. Вон. Есть 1000 красных. Просто с запасом бы набрать. Что-то с тростником не очень. Я не понял, это сети? Жесть. Нет, побегать определенно можно, ребят. В этом никто не сомневается. Просто, наверное, проблема в том, что я не являюсь фанатом подобных игр. А там чей дом строить можно? Пещера Такар, сланец. Сланца надо. Давайте все дома отстроим, чё уж там. Сланец в темноте светится желтым, я помню. Какое вообще задание выполняю? Вы о чем? А, господи, говорите с Эйлой, ладно. Сейчас как сюжет интересно начнет раскрываться. Давай,
по идее, должен. Так, в тайнике мне нужен сланец. Ну, вот и все отлично. Свою хижину отстроили. Навыки выживания, улучшение лука, улучшение дубинки, бомба с пчелами и 1500 очков опыта. Так, стоп. Давайте посмотрим навыки. Дополнительное здоровье. Хорошая дубинка. Удам шаяргуама дуаям. Удам плохие, иджи хорошие. Ту сай. Арши тачислаха. Малышата. Гуарпати. Размножение не предусмотрено. Петьки Василия Ивановича нету. Все, взяли, что он должен быть. Венджавантархупача, удам шантихаса. Wamasha waikarsh ma winja chimashita. Фига себе рожа. Май марчасар winja mana ulaikwa shuta marita. Ты главный, что ли, был? Палхуда! Палху хасмас! Ну, такар массиха яуда!
Окей, это интересно становится. Куда мой карс? Куда мой карс? Что за главные ворота? А, понял. Они еще и с бомбами ходят. Жри, кошка. Еще аккумулятор, этот провод. Так, вас могут отравить пчелы и змеи, кроме того, у дам будут метать ядовитые бомбы. Ну, Сейл рассказывает, что к чему. Удам шанти ати, ухайя такар, сайк маруахуанна, у арш шаздаруагу. Уничтожь костяные деревья, удам. Достаточно далеко идти надо, на самом деле. Шкура козла и хижина в Уге. Нет, еще все недоступно пока. Так, вот отсюда вроде. Вот отсюда относительно близко. А, в процессе выполнения задания, как обычно, нельзя переместиться. Так, с Мастей тоже общаюсь? Нет.
Ладно. Стоп, а что это? А, точно. К лагерю дам. Козью шкуру просто хотел. Она для мешка потом пригодится. Любопытно. Привет, привет. Я не молчалив. Я тут охочусь на удам. Они наших Вуджа, Виджа убивают. Убежают. Блин, у него явно, смотрите, сколько копий с собой. Я тоже так хочу. Кстати, а что нужно для улучшения лука? Южный камень, пыль южного камня. И где мы возьмем южный камень, блин? Ладно, надо будет подумать. Чем ближе к лагерю Удан, тем больше становится. Свои. Ни хрена себе их там. Мишку завалили и Удан поколотили. Медведь тут с собаками гоняется. Еще интересно очень посмотреть апгрейды оружия. Не знаю, как вам, а мне вот реально интересно глянуть, как здесь оружие все-таки апгрейдится. Но поскольку никаких указаний о том, где вообще искать эти камни, ну кроме указаний южный камень, северный кедр, нету, то мне достаточно тяжело их будет обнаружить, я думаю. Скрытность. Бросайте камни с помощью ТДД отвлечь. Принять. Thank you.
Ай, кису убили. Все, слушайте, мужики. Этого терпеть больше нельзя. Масяня помереть может. Мужицки со всеми разобрались. Черт. Как мне их уничтожить? Дубинкой, что ли, бить? Я думал, их поджечь надо. На мой взгляд, логично. Видимо, надо дубинкой их расколошматить. Какие они недовольны. Не слабый выстрел в голову. Что я вообще должен с них собирать? Потому что я как над ним не наклонюсь, нифига не собирается. Постоянно пишет, что уже все. Слишком много там чего-то и так далее. То есть вот я их обыскиваю, постоянно ничего не собирается. А вот звериная шкура. Первый раз. Мясо. Нет, автоматов не будет, у нас пока только бомбы. Бейте оставшуюся в руинах, да. Сидели копье-то последнее. Thank you.
следы бойни в нашем лагере. Удангуанта? Ул, это их предводитель. Ул, а ты гуайфа. Апа, лайва моя. Шаджа, пальху уинджа марирш. Чё это она истерит? Шаджа, пальху уда мари. Уинджа балташа. Гуайфа мас. Шаус улз даусом. Садна койда шанчи паришай. Салва уинджа маруа. Мачи, сами картичи нафа. Клинок, откуда слова-то такие? Уинджаи. 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 Битва за Урус начинается. Винджа, брашта. Пропавший Винджа. Нажмите, чтобы открыть меню. Пропавших Винджа, обладавших уникальным умением, в последний раз видели в отмеченных областях. Исследуйте Урус и верните этих искусных Винджа в вашу новую деревню. И не хочу копий больше. Тростник, кедр. Да, да, даже прочно довести на проблем. Сейчас, ребята, я на секундочку отойду. Сейчас я буквально на секунду отойду и вернусь к вам. Винджа гасури ласи уа буха, мачи лайква мас. Так, я на месте. Ну вообще, по моим скромным прикидкам, удам говно, Виджа топ. У Виджа есть боевые петы, у удам нифига нету. Так, давайте сначала, наверное, отправимся за девушкой-охотницей Джейма. Слушайте, я начинаю втягиваться. Ну вообще, почему я люблю о книгах-то говорить? Я вот сейчас... На днях Злотникова перечитал про генерал-адмирала цикл. Достаточно любопытное такое произведение. Не, конечно, с кучей допущений и так далее, но в целом любопытно. Так, 460 метров. Вообще, я помню, была достаточно любопытная, если не ошибаюсь, у Перумова. Серия книг, как раз таки посвященная таким первобытным племенам. Там что-то с нефритом было связано, что ли? С нефритовыми, нефритовой дубиной или что-то такое. Айгуар, дам наш магам. О, черт, я бомбу зафигачил. Жри, жри, кошка, жри. Кушай, 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 кушай.
Тихо, Мася номер два, тихо. Пещерный лев приручен. Отлично. Нет, баны с YouTube не переносили. Никакие. Я вообще тут даже не знаю, как вот на Твиче банить. Подскажите, а то иногда такие олени приходят. Я на YouTube-то не умел. Обычно у нас Андрей или Скиф такие приходят и говорят, ну что там за дебилы пишут? Давай всех банить. А как это, Эли, вот бан и ник надо прописывать или чё? Убийство зверем. Кого это моя кошка победила? Кис-кис-кис-кис. Кстати, а чем она лучше предыдущей? Давайте посмотрим. Но силу этой побольше, в этой скорость была повыше. Ну ладно, пещерная мазь тоже нормальная тема. Солнцеходцы Изила. Привет. Это они прям мощные. Надо дубины свои собрать и копья. Мяско будешь? Кушай, девочка. Так, походу нас заметили. Это чревато. Прикольно, что всегда, когда мы деремся, рядом оказывается неподалеку наши Виджа. Я не удивлюсь, если к концу окажется, что Виджа самое кровожадное племя в окрестностях. Хасари. Да, мазь тоже мясо. Папа! Винджа. Винджа негр. Ну та юанка. Шлаута. Маджиш бади мама фуай. Два сашвалим, харсар камас. Читау гатта. Два сашвалим сам харси. Харс хавчу вайдам, квати салка дайчам. Маджиш вашта мама в бади. У квати салка дайш. Айш харс вайдатта. Забавно. Харс, Чангуаш.
просто я предполагаю, что Удам здесь не единственное племя, как и Виджа. В принципе, мои предположения подтвердились. Значит, мы отожмем эту землю у всех племен. Да вообще, она просто не знакома с моим копьем. Не в том смысле, что вы подумали. Очков навык точно. Злой медведь. Рука чья-то. Любопытно. Прям как в Ведьмаке. Ведьмачье зрение включает. Это что такое? Бешеный кабан. Не так поняли. О, южный клен. Интересно. А вон где-то здесь южный камень есть. ФПС надо, честно говоря, проседает. То есть не ощущается прям. Пыль южного камня. А сам южный камень где? Не, по сюжету интересно как. Надо отсюда не уходить, пока мы камень не найдем южный. Нам для Аполлука нужен южный камень.
это здесь? Пещера мощной челюсти. Вряд ли это мощная челюсть. Скорее всего, это просто мишка. Я знаю, на медведя ходит с рогатиной. Реально это был он. Проблем. Что ж, охотница Джейма поселилась у нас. Соответственно, ее навыки появились. Вот. Сова может помечать теперь врагов. Полезная, кстати, способность. Блин, навыков надо ужас сколько. Но где найти южный камень? Горбижу на меткость надо. Да не, нормально, и так заходит. Дробовиком застреляем.
Вот, южный камень. Скоро новый лук себе закрафтим. Иди сюда. Интересно, он внешне будет отличаться от нашего текущего? Мартышки в жопу стрелу зафигачили. Мало ли зачем шкура обезьяны пригодится. Южный клен. Кушай, 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 кушай. Приманка, приманка, кушай. Приманка. Где эта тварь? Какого хера? Это был саблезубый тигр. Вообще таких приручать-то можем. Не, мы таких приручать пока не можем. Ладно. Тут надо развивать поселение. Вынужден вас разочаровать. Поселение тут развивать надо. Искать ресурсы полезные, развивать поселение. Я вот сейчас занят активным поиском южного камня. Удачно. Ух ты, костер там горит. Становится поинтереснее, слушайте, реально. Какие-то непонятные кабанчики. Интересно и красиво. Южный камень. X2. Кот кого-то подранил. Кровь. Смотрите, красотень. Сейчас. Офигенно же выглядит. Вот единственное, что первобытный вот этот сеттинг. Лучше бы они, не знаю, там про индейцев сделали. С кровавыми жертвоприношениями, майя и прочим непотребством. Саблезубый тигр! Не, не.
Есть, у нас все есть, мы можем изготовить. Лук улучшено до предела. Вот это поворот. Вот это поворот. Хижину Джеймы прощаем. Опять-таки южный камень для нее нужен. Звериная шкура. Северный камень, северный кедр. Редкий южный клен, редкий тростник, редкий кедр. Двойной лук, короче. И редкий северный кедр. Мужик двуручную дубину делает, огненные бомбы. Бомбы ярости. Вот этот чувак всякие хорошие штуки делает. Нам к нему надо идти, по-любому. Метательные ножи. Кровь Уруса. Редкий желтый северный лист. Мешок опять-таки он делает. Вот это тоже связка для копий. Лук изменился как-то, по-моему. Да? Ну да, иначе начал выглядеть. Лук топовый. Фига он его расфигачил. Так, давайте посмотрим теперь по карте. О, Господи, тут сколько всего. Вот к этому малому нам надо. Нет, ездовых животных. Ездовые животные тут есть, я не встречал пока. Серьезно есть? Не, слушайте, реально, ребят, игра становится интересней. То есть потихонечку, чем дальше проходишь, тем интереснее она становится. Как-то вот начало слегка затянутое, но в целом потом так ничем. Ты начинаешь апать, там все это развивать. Жалко, конечно, что это не Калашников, а Лук. Но ладно, смиримся. Чёртовы собаки. Я забыл, что ночь на дворе. Где мое верное копье, я не понял. Против этих шавок с копьями только выхожу. Шлёгон, псина. На мамонтах и на медведях можно, и на больших кошках. Хорош. Так, Вуджа. Вуджа Урук Макто. Изи катка. У меня лук мощный уже. Реально лук пропался сильно по урону. Теперь стал нагибат оружием. Вообще не Вуджа, а не Удан. Где-то я Удан это, блин, было уже. В какой-то игре. Снежные локации метели. Прикольно. Блин, ну это, наверное, долго надо играть.
столько времени-то найти? А тут нет никакого западного клеона или еще чего-нибудь в таком духе. Иди отсюда, кошка. Опа. Луджа. Вот от него удан. Что не так с твоим другом? Что случилось? Что произошло? Поплохело ему. Рассвет офигенный. Убежище потерянных. Плойка. Играю я на плойке. Нормально, у нас еще и обоссал. Тут называл нас ногами мамонта, этот обоссанным. Ну, шикарно. Южный клен. Тут вся конструкция светится. Что с ней делать можно? Непонятно. Как сжечь? Или сломать? Нет, не ломается. Попробуем сжечь. Горит определенно. Все, что нельзя сломать, можно сжечь. Фига он тут у дамов этих. Кстати, у дам белые.
Вуджа черный, а место действия Европа. Какого хрена, спросите вы? Ну, потому что гладиолус. Глупая кошка. С кем она связалась, мать ее? Разнесла бы у дам. О, крюк. Мы нашли странный, но полезный предмет. Ищите значок, подойдите ближе, пока не увидите. Окей. Странно, здесь показано, что мешок какой-то есть, что-то ничего. Вижу. А, ну конечно же. По сути, это обучение пользования крюком. А можно было бы спуститься, ну да ладно, то такое. Некуда идти, да, только вниз. Ты тут голодные леопарды. Вон туда я хочу. Не хочу голодным леопардом. Плохо раскачивается. Ой-ой-ой, плохо совсем. Вот чуть-чуть подспустимся. Эп! Есть. Фу. Чёртовы кошки. Так, мне надо с этим дедом серьезно поговорить.
сумасшедший вид же это. Почему он однорукий? Как он смог выжить? Нельзя забывать, что этот козел нас обоссал. Такое прощать нельзя. Вайфаш, на майта тивай. На майта. Винча саквин. Это что? Майта. Кала. Сайвай шашвай. Хасар урусис. Бал винча тачис ла дайсу. Ма хасар урусис ми бичауда. Шашвайнам, унатарай, увинчаха гвайфа. Будав, майка. Сашварцу дайшан хасар уруси санча. Хай ми. Сказочные товарищи. Кровь уруса. Так, и остался он один. А где последний? Хрен его знает. Ну ладно, вернемся в Кижину. Так, что у нас по навыкам? Почему-то навыки закрыты этого товарища. Фига себе, там надо Альхис, Ланса, Барсука, да еще и численность. Так, хорошо, строим для нее домик. Навыки охотника, проща, длинный лук, воссоединение Винджа. О! Зрение мешки, стрелы, 4 стрелы, дофига стрелы изготовил, убийство метательным ножом. Жесть. Ну, этот парень отвечает за убийство.
Наездник, вот, вы сможете оседлать разных зверей, после того, как их приучите. Саблезубый тигр и кровавый клык, бурый медведь. Наездник на мамонте. Офигеть. Мастер дубинки и копья. Прицельное копье станет значительно проще. Тащи и кидай. Двойные дубинки, улучшенные ловушки, проща. Блин, прикольные навыки. Хижина Буги. Да, длинный лук. Попробуй сделать еще. Длинный лук. Проща попроще, но камня у меня нет южного. А идти за ним сейчас лень, честно говоря. Что там сумасшедшему знахарю надо? Видение. Агуи. Удамби. Упафи. Удам. Факуи ха айя пашта. Удам. Факуи ха айя пашта. Забавно. Fallout мне не понравилось, да, строительство. Видение лед. Найдите статую женщины. Да что эти ресурсы мне... Холод сокрушить удам. My clapper. My clapper. My clapper. My clapper. My clapper. My clapper. ХП 6 полосок, ледяная дубина какая-то офигенная, посмотрите. Просто по кумполу раз-два. С ними не так. Так это все правда про ледяных ходоков. Бронированный. Броню мамонта. У них есть бронированная пехота. Наша
Мне слушай, сюжет интересный. Единственное, что, пожалуй, может отпугнуть, это сеттинг. Но сюжет реально интересный. Хочу такое же оружие. Так же фигачить туда. Конечно. Где это Удан? Удан, чёрт. Ну, наконец-то. Сказать странно, не сказать ничего. Блин, меня эта игра заинтересовала. Я бы еще хотел поиграть. Просто мне интересно, что дальше будет. Вайфта! Баб, афеталь!
Palhu udam fakwe. Shunta daba dabu. Galaita. Udam pacham. Shrash. Shrash. Yagisu sarta. Swarga. Marmari. Makwadi. Udam shashkwanisla. Udam, masuk ni pacham. Udam plaha guar pati. Ну что ж, ребят, на этом, наверное, на этот раз закончим. Большое спасибо за то, что смотрели. Продолжим в следующий раз как-нибудь. Я думаю, завтра даже. Мне интересно действительно, что будет дальше. Реально, игра очень любопытна. Хорошо. На этом все. Всем пока.